Друзья, всем привет! В обновлениях компонентов пришло новое обновление для непогоды. Очень полезное. Сейчас я вам покажу, почему. Значит, многие жалуются, что если зайти в погоду, вот я сейчас зайду, где прогноз на 5 дней, там получается шрифт не очень хороший. Вот видно вот небольшой снег, то есть он не умещается. Расстояние между буквами большое. Вот. И значит, в новом обновлении это сейчас исправят. Сейчас я попробую обновиться в непогоде. Значит, тут есть исправления. Вот некоторые. Ну и в том числе шрифт. Сейчас это обновление установится, и мы посмотрим, вот действительно какой должен быть шрифт. То есть, кому не нравится этот шрифт, сейчас можно обновиться. И больше, я думаю, не стоит непогоду обновлять, иначе может опять измениться шрифт. Сейчас мы зайдем и посмотрим прогноз на 5 дней. И, пожалуйста, нормальный шрифт, небольшой снег, все нормально вмещается. То есть вот так он должен выглядеть. Так что, друзья, непогоду можно на этот раз обновить, и будет все нормально. На этом все. До свидания.